вставляем фанеру толщиной 15 мм и размером 1525 на 1525 мм. Фанера сорта 4.4 ГОСТ, а это значит, что обе стороны изделия отвечают требованиям 4 сорта. Вся фанера, которая поступает к нам на склад, проходит дополнительный контроль и маркируется. Это гарантирует, что вы точно получите качественный листовой материал заявленного сорта и толщины. В видеообзоре мы показываем именно ту фанеру, которую доставляем нашим клиентам. Давайте рассмотрим максимально допустимые дефекты, которые могут как присутствовать, так и отсутствовать на листе фанеры сорта 4.4. Здоровые сросшиеся сучки. Частично сросшиеся сучки. Не сросшиеся сучки. Выпавшие сучки. Отсутствие части шпона не более 50 мм на кромке листа. Небольшие трещины. Темная прорость. Синева. Перепады по цвету без признаков разрушения древесины. Еще раз отметим, что перечисленные дефекты не обязательно будут присутствовать на фанере, а некоторые из них встречаются крайне редко. Природные дефекты никак не влияют на прочностные характеристики изделия. Фанера приходит к нам от крупных заводов, ориентированных в основном на экспорт. Это значит, что требования к качеству сырья, из которого она изготавливается, еще строже. Листовой материал проходит тщательный контроль по нормативам ГОСТ. Это гарантирует, что к нам в продажу поступает только проверенная фанера с высоким качеством склейки слоев. Фанера сорта 4.4 используется для укладки черновых полов, изготовления мебели и прочной тары.